Всем привет, друзья, с вами Маламадрас. Вчера вышло обновление 0.18, если вы все еще не смотрели мой обзор, обязательно посмотрите на канале. Так вот, вышел обновленный Миромар, так скажем, он занял большую часть обновления, и там появилась своеобразная песчаная буря. Вчера еще не было вот этого фона миромарского, сегодня же он мне пришел, кстати говоря, и выглядит он очень прикольно. Там периодически сзади гоняет золотая мира... Вот, смотрите. Вау, такой был, кстати, на ПК-версии, прикольная штука. В общем, мы сейчас с вами попробуем как раз поддобывать эту самую золотую Мирада. Поиграть, да уйдите вы, ну, попробуем отбить золотую Мирада и отыграть, соответственно, как полагается. Но, правда, у меня персонаж немножечко выглядит не совсем подобающим образом. Мне кажется, нужно ему выбрать что-нибудь типа вот, так, погодите, где у меня, вот. Ковбойск, вот так вот вообще же замечательно. Я считаю, что так вот как надо. Ну и что, друзья, обязательно ставьте лайк этому ролику, подписывайтесь на канал и желаю всем приятного просмотра. Лететь нам, конечно, далеко, но мы попробуем. Так, 800, 700, отлично, поехали. Если, конечно, повезет, упаду первым. Если не повезет, конечно, могут тупо угнать тачку. Я уже успел поиграть, так сказать. Неудачные дубли у меня были. И народ очень часто пытается ее тупо угнать. То есть не подраться, а потом уехать, а именно угнать. Это вообще не круто. Но попробуем сейчас что-нибудь сотворить с этим. Пока что я вроде первый. Но это может поменяться в один миг. Потому что сейчас обгонит кто-нибудь. Так всегда происходит. Подождите, вот раз, два. Раз, два, три, четыре. Сквад падает. Окей. Пушку, пожалуйста, какую-нибудь. Нет пушек. Тихо. Еще кто-то упал даже. Томпсон. Отлично. Так. Вот один прецедент. Да в смысле ты, блин? Руки прочь от моей машины. Отлично. Че? На что надеялся? Погодите. Пойдемте внутрь. Вон, один там, ага. Инфу не надо давать своим кентам. Здорово. Патронов, патроны, патроны. Мало патронов. Подожди, у него что? Отлично. Хотя бы что-нибудь есть уже. Берильчик. Капец, тут что-то... Я думал, что всего один сквад упал, а тут еще народ. Тихо. Сейчас здесь выйдет. Хорош. Блин, патронов мало. Я очень много расстреливаю. Винчик, винчик, отлично. Давайте винчик возьмем. Тоже надо испытать его. Кстати, расскажу один прикол. Нет, кто-то еще есть. Ну, это бот, наверное. Расскажу прикол, то, что у меня вчера в обнове не приближал прицел винчестера. Мне написали ребята в комментариях, то, что нужно снять скин. Так, эмочка, отлично. И сработало, представляете? То есть не приближает прицел, если у вас в игре не нужно переустанавливать ее, просто снимите скин в лобби, и все. Все станет замечательно. Так, тихо. Там кто-то воюет. Это точно не боты. Это не боты. Подожди-ка. О, все. Приехал. Ботяра. Так. Ну, я полагаю, что это все. Сюда народ летит действительно охотно очень. Блин, если особенно траектория над Хасьендой, сюда падает очень много людей. Видимо, все хотят тачку. И, ну... Главное, как мне кажется, самым интересным моментом будет ее отбить, а не просто уехать. Ну все, поехали. Так. Тачка наша. Теперь осталось только найти каких-нибудь соперничков себе для того, чтобы уж доиграть нормально эту катку. Ну, вроде нормально. Поехали. Тачка едет, тачка едет, тачка едет. Видели меня? Не добил чуть-чуть. Не, ну понятно, что видели, конечно. Тоже, потому что останавливались уже. Хотя хрен их поймет. Пойдемте поджиматься. Один уехал куда-то, смотрите. Уезжает один. Чего? Иди.
За домом. Хорош. Что? Что он делает? Охереть, это его тиммейт, он просто взял и поехал на рампу. Просто кататься, трюкачить. Понимаю. Наверное, знаете, в душе он каскадер, и ты просто не можешь устоять, когда видишь гоночную рампу такую. Он просто думает, спасти тиммейта или сделать трюк. И он выбрал то, что велит ему сердце. Именно поэтому я играю в соло против сквадов, а не с рандомами, потому что, ну, это вообще невозможная херня. Представляю, как бомбит жопу сейчас у его тиммейта, который сдох только что за домом. Просто взял Мирады и поехал кататься. Окей. Вроде спокойно. Так, отлично, гроза. Не, гроза не в этот раз, сорян. На Мирамаре хрен доедешь. Даже если вот на Эрангеле уже примчались все на дроп, потому что, блин, легко доехать. Здесь с такими ухабами они половина просто тачки просрали свои. Едет. Может быть, даже на дроп. Он сдох? Он сам себя сбил, что? Бедолага, блин, главное, чтобы меня никто не завалил здесь. О, отлично, боковой прицел, шестерик. Ну все, ребята, это половина победы. Просто уже есть в кармане. Я тоже хотел, кстати, потестить боковой. Отлично. Слушайте, неплохо. Попробую показать вам его в действии, потому что многие, даже несмотря... Дропчик, надо ехать. Многие писали в комментариях, что типа все равно удобнее переключаться через кнопку прицелов, ну вот эту, которая у нас уже была, но хз. Мне, как по мне, больше боковой прицел, потому что ты прям можешь его моментально переключить, без потери, как бы, видимости. Конечно, я от зоны, получается, удаляюсь, но вообще, возможно, БРДМ вызвали. И я, наверное, не доеду. Да, уже пропал светляк. И вот хер его знает, где он его вызвал. Вот вообще, я не вижу. Ладно, надо двигать ребят в зону уже. Там уже посмотрим, что будет. Ай, хороша, конечно, тачка. Я рад, что мы почти до самого конца дотаскиваем. До конца каточки. Правда, я не знаю, когда это будет конец каточки. Потому что осталось 23 человека, а зона еще огромная, блин. Она еще сходиться будет 1000 лет. Я вот за это не люблю Мирамар. За две вещи. За то, что хрен нормально покатаешься вот на таких тачках по вот этим буграм, хотя мне пока что-то везет. Это первое. Второе, то, что очень медленная зона, и в конце всегда очень много, мало народу на огромную зону. Причем независимо, баты, не важно. Всегда зона, народ умирает быстрее, чем сходятся зоны. И на мне красная зона. О, еду, смотрите. Попал. Их сейчас взорвут, наверное. Да, взорвали. Ай, блин, печально. Двоих? Троих взорвал. Охереть, пойдемте подожмемся. Вижу. Ног. Что? Понял. Чувак просто продолжал лежать. Вот отсюда кто-то едет. Тихо. На дроп приехали, наверное, ребята. О, ребят! Хорош. Что? Его кто-то доел еще. Капец, не я взорвал, представляете? Я столько надамажил, и взрыв был защитен другому игроку. Охереть. Так, вон они, поехали. Блин, шестерки тяжело стрелять, надо было отмотать ее. Не-не-не, ну, уходим. Да сдохни. Оп, и все.
Видели, да, как удобно? Он еще бежит. Не добил. Очень удобно переключаться. Это прям вообще шикарная штука, боковой прицел. Ребята, я всем рекомендую. Главное его пришмандорить куда-нибудь в правильное место. Пойдемте поверху обойдем, потому что мне кажется, что все внизу остались. Осталось 5 человек. И, наверное, они все внизу. Не все внизу. Киворобушки. Ладно. Блин, обидно. Почти топ-1. Я падаю не один, еще двое со мной. Не, ребята, я вам не дам тачку. Идите-ка вы в задницу, дорогие. Эмочка, хорош. Они прям гараж. Окей, я понял. Решили угнать. О, руки прочь от моей машины. Вот все. Я научу вас, что нужно сначала пушки искать, а потом уже за тачкой идти. Вот это вот главное. Все, хорош, теперь можно лутаться. Нормально, я думаю. Ждете своих друзей, которые что-то не торопятся с вами вас спасать. Ну, я думаю, что мы так как бы сделаем все как надо. Чтобы пацаны не мучились все-таки. Никто не пришел вас спасать, ребят. Я дал вам шанс. Ну, естественно, у них ничего нет. Ладно, надо двигать. Так. Кто-то приехал. Это либо их друг, либо чел просто за тачкой примчался. Блин, это была ошибка. Это была ошибка. Хилится. Понял. Это, кстати, тоже нокнулся чел. Значит, его друзьяшки где-то рядом. Так, ладно, поехали, друзья мои. Еще кто-то стреляется, причем рядом, в Сан-Мартине, наверное. Поехали. Тачку мы отбили, замечательно. Правда, особо без боя, знаете, в прошлой катке было серьезнее. Ну, ладно. Тихо. Ох ты. Мне показалось, или ты быканул сейчас, чувак? Подожди. Сейчас пообщаемся. Он же слева, или это второй? Да, ты быканул. Но я не понял, это один или второй? Или их двое? Или он один в принципе был? Подожди-ка. Восьмерку надо забрать. На всякий случай. Чтобы другим не досталось. Я не буду в этой катке брать всякие прицелы, наверное. Всякие снайперские винтовки. Потому что... Ну, охота с винчиком побегать. Я бы какую-нибудь оптику нашел. С радостью бы. Для М-ки. Вот это было бы в тему, там, шестикратик, например, какой-нибудь. С боковым прицельчиком, как в прошлый раз. Вот это было бы хорошо. Главное, тачку не просрать на этих горах, и все будет четко. Тихо, ребята, успокойтесь. Что за агрессия-то не обоз... Ууу, еще и вопани. Вопани. Погоди. Один. Что за дерзкие? Уху, это ошибка, чувак. Все. Андрей 060604. Понятно. Вот что стреляли, непонятно. До зоны еще далеко, бегут пешком. Может, отжать хотели машину? Может, это, кстати, друзья этого мотоциклиста, который приехал. Ну, как вариант. Че, не пойдешь поднимать своего, что ли? Дружка. Пирожка. Хотел, смотрите-ка. Ну и что, все, да? А, вон, о, нифига ты. Вот это ты мощный. А, он отвлекает, я понял. Не, давайте-то доедать этого же кента. Не хватало мне. Я не знаю, сколько их вообще. Андрюха, посмотришь с наблюдателей? Вообще надо было меня обойти. Он поехал, да ладно. Или это не он? Че, уедешь, что ли? Нет, смотри, храбрый. Все. Минус. Брест откис, Брест 2020. Ну ты старался, молодец. Все, поехали. Бот?
Ух ты, ё-моё, это их друг, походу. Я думал, что это бот. Я думал, просто бот сверху пробежал. Капец, у них, оказывается, какой врыв готовился на меня, смотрите. Он там по большой дуге, видать, обходил 100 лет, но немножко не успел. Едут. На меня? Нифига, я просто уже думал, знаете, типа стрелять на привлечение внимания. И в итоге выщелкнул, хорош. Но, наверное, может, битый был. И красная зона у меня, я понял. Не, короче, та игра хочет лишить меня моей тачки. Не, я, погоди. Я лучше не буду рисковать. А вы, кстати, знали, что на ее вот этой штуке сзади написано Дорадо на номерном знаке? То есть не Мирада, а Дорадо. Это типа золотая рыбка переводится. Я хз, реально, что с прорисовкой сделали, видите, просто появляются целые здания, блин, не прорисовываются, это вообще тупо. Я не знаю, может быть, надо игру приостановить. Там кто-то бежит. Ну, это бот, наверное. Вряд ли уж это кто-то адекватный прям так бежал через пустыню пешком. И ни у кого нет прицела. Мне бы прицел, это было бы тема. Может дропчиком... Они вызвали, я понял, подожди, а это... Это флайер, значит, это к ним летит. Я что-то подумал сначала, что это обычный дроп. Откуда у вас у всех флайеры? Я вот ни одного не нашел. Да, это их дроп. Чел. В смысле? Ты чё, дядя? Охереть, а чё, и почему я его не сбил, я не понял. Даже звук был то, что я врезался. В смысле? И где твои друзья? Охереть, я был уверен, что я его врезался в него и должен был сбить, а он в итоге выжил. Эх, хз. Чё там у тебя было? Погодь. Успокойся. Тоже ног. Еще, значит, есть друзья. Хоть бы никто сейчас в ухо не выстрелил, блин. Это будет обидно. А вон бежит, смотри. Здравствуй. Ага, ой, как же хорошо, что я вовремя захилился. Он просто мог меня отрубать моментально. Он лёг, что ли? А, я понял. Текстуры Миромара, друзья. Не обращайте внимания, все нормально. А они и раньше конченые были. Ты просто стрелял, а чувак, кажется, за горой лежит. Сейчас вообще ни хрена не прорисовывается просто. Дома, блин. Вон, видите, сзади церковь просто появилась. Попал. Только в прицел. Чё попал? Сколько тебе надо-то, блин? А куда, по-твоему, попадаю? В руку, что ли, ему? Охереть. Два раза в голову, походу. Ну, а куда еще с ней торчит что-то? И, блин, ничего. Тихо, чел. Это я зря, наверное, сделал. В итоге я еще остальных заагрел. Вот он, да. И вот я их и заагрел. Окей. Перебегает. Возможно, они, кстати, в стаке, потому что я этих только двоих убил. Я даже не знаю, что мне на самом деле по-правильному сделать нужно. Потому что убегать здесь в open field это бред. В домах сидеть я тупо не хочу вообще. В тех домах еще могут сидеть люди. Ладно, ну тогда я, наверное, здесь останусь. Они сейчас либо меня пойдут пушить, либо я их буду отстреливать издалека. Тут одну из двух. Едут. Ой, как вовремя. Тихо. Ну почему я прицел не зашел? Отлично. Там еще справа кто-то, я хз, блин. Хорош. Дым раскинул.
Еще один остался, я не знаю, ласт, наверное. Как же мне повезло, что справа... Тихо. Как же мне повезло, что справа начали по ним работать. Это просто отвлекли на себя. Ну давай. Отлично, один нокнулся. Заново, что ли? Второй нокнулся. Он, видно, успел их разревайвить, и все нокнулись. Окей. Ну, он сейчас поднимет, конечно, их опять. Да похер, у меня патронов нет, плевать уже. Вон. Тупо буду доедать. Нет, это... Это тоже Ноки. А, чей коктейль Молотова, я чуть не понял. Это тоже Ноки, это три нокнутых чувака получается. То есть это фулл сквад. Блин, мне нужны патроны, ребят. Мне вообще пофигу, мне нужны патроны. Сука, где патроны? Вон он, это третий. Охереть, так... Ладно, боковой и патроны. Отлично, 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 отлично. Фу, мне сейчас еще нужна оптика. И вообще будет нормас. А где последний тогда? Тихо. Тут. Здорово. Фу, это был последний. Живо четверть, то есть осталось три врага, офигеть, а чё все на меня-то едут, я чё, аирдроп, блин? Там столько вызвали флайргадов, все ко мне едут вообще, все ко мне сбежались. Но это было прикольно, это был классный замес, я был уверен, что я откисну. Но у меня нет оптики для М-ки. А с Винчиком, я боюсь, у нас не все выйдет. Зона огроменная еще, три чувака, и возможно это даже команда против меня, тогда будет очень грустно. Вон, там баги уже есть, окей. Ну, значит, забрали. Слушайте, на моем опыте на Мирамаре вот впервые зона в Ля Бендите сошлась. Я вот не припомню такого у себя, если честно. Не, ну тут довольно хорошее место, если что, можно за рельефом прятаться. Только где наши противнички-то? Уже двое, кстати, осталось. Кто-то откис. Я даже не понял, как... Тут вроде чисто. Главное, чтобы в ухо не сбрили. Будет очень обидно. А где дроп-то? А, вон он. Ну, он, то есть, там же, где и первый упал. Вот они. Вот они. Ну, там один или два, значит, это баги другого чувака. Он смотрел уже меня, офигеть. Нога торчит. Или это не нога, погоди. Нет, это текстура, наверное. Окей. А, с ВССа Каталов какой-то убил. То есть у них там замес был. Ну все, ласт тогда остался. Че, блин, вот. И будем сейчас ждать, пока зона сойдет. Еще целую минуту она... через минуту только начнет сходиться. Потом она будет еще сходиться минуты две. Но это, блин, долго. На Мирамаре нужно увеличить вот это схождение, как минимум финальное. Ну, очень долго, реально. Но я переживаю, потому что, блин, если зона сойдется на него, это опасно. Побежал. Отлично. Ага. Не понимаю, что он пока дергается, у него, в принципе, все в порядке. Если сейчас, правда, зона на меня сойдется, но это все, это автовин. Если на него, то я не знаю, как я буду пробегать. Ух ты, агрессивный ты какой. Я не знаю, что у него за оружие там. Ой, все. Дурачок, что ли, я не понимаю, нафига на меня пошел? У него зона была, у него все нормально было. Ну, отлично, ребятки, прикольно сыграли. Я рад, что получился топчик. Я что-то думал, что мне все-таки в ухо здесь выстрелят. Поэтому это танец для вас.
Давайте, знаете, что посмотрим? Вот эта детальность. Вот оно. М-ка 22% в голову, 57% по корпусу. Слушайте, нормально. Прикольно то, что сделали это, потому что можно теперь, ну, реально анализировать, как ты вообще отыграл. И выживание, и сколько захилил, сколько залутал. Прикольно. Но с винчиком, наверное... Нет, с винчиком печально, видите, только в тело. Хотя, в целом, как бы, даже с гранаты двоих убил. В целом я с винчика-то толком не стрелял. Надо как-нибудь каточку отыграть именно с винчестером. Ну что, друзья, неплохая вышла катка. Надеюсь, вам она понравилась. Тогда обязательно ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Если хотите больше подобных каток, обязательно пишите об этом в комментариях. Ну а с вами, как всегда, был Маломадрас. Увидимся в новом видео. Всем пока!